Всем привет, Blender 2.81, и вот море сделано, и захотелось именно поставить на это море какую-нибудь посудину, какую-нибудь, да. Лазил и наткнулся на канал Александра Журавлева. Ссылку на его канал, кому надо, я могу переслать. И вот что он рассказывает, как это все сделать. Все классно, выбрал я вариант из нескольких, которые он показал. Смотрим. Так, эксперимент, так эксперимент. Первым делом давайте посудину подгрузим. Импорт. Опш. Находим корабль. Я даже сделал именно для этого дела. Сейчас он подгрузится. Ролик на этот корабль выложу после этого ролика. Он слишком длинный. Так что S, прибавляем корабль. Вот так он выглядит. И нужно теперь добавить план. Add Mesh, добавляем план. Делаем плану S. Так, теперь вот этот корабль я попробую, наверное, сразу поставить на план. И план попробую сразу транспозом немножко подогнать под корабль. Вот так чуть побольше сделать. Вот таким вот образом. И немножко все это дело G вот сюда установить. Так, посадка вроде у него нормальная. И вот теперь нужно этому плану, вот этому, добавить физики. А физика это клодх. Вот добавили клодх, а морю вот этому ставим коллизия. Ну а теперь включаем, смотрим, как. Вот вы видите, что корабль тонет, а план остается на воде. Вот так вот. Нужно теперь прикрепить именно вот этот план, вот этот план кораблю. Ну и опять же откорректировать, чтобы он вот так сильно не поднимался именно на бугре. Сейчас посмотрим, что получится. Так, ставим на первый кадр. И теперь выбираем корабль и через Shift вот этот вот план. Жмем табуляцию, заходим в режим редактирования и выбираем три точки. Так, вот этот план еще нужно подразделить. Давайте опять же в качестве эксперимента табуляция. Сначала план подразделим. Это. Так, табуляцию нажмем и сделаем Edge Subdivision. Subdivision. Отключить клодх надо. Так, смотрим Edge Subdivision. Не хочет он редактироваться. Не беда, мы его сейчас delete. И добавим новый, так, новый план. Немножко его S. И немножко его растянем. Или давайте сначала подразделим, сделаем ему табуляцию и Edge Subdivision, ну и побольше, наверное, чуть-чуть их поставим. Вот теперь куб подразделился, заходим теперь, табуляцию нажимаем опять в объектный режим, транспозом немножко все это дело растягиваем вдоль корабля, вот так. Смотрим посадку ему и теперь назначаем этому кораблю клодх, вот этому плану. Выбираем корабль, выбираем через Shift план, табуляцию жмем, заходим в Edit Mode и выбираем три точки. Так, вот эту точку, так, вот эту, наверное, через Shift выбираем. Ну, наверное, вот эту точку.
Ну и где-то вот тут вот так. Жмем Ctrl-P, Make Vertex Paint. Ну и посмотрим, прикрепился ли корабль именно к этому плану, да? Жмем Play. Все, корабль прикрепился. Ну что-то его колбасит. Наверное, не там я точки поставил. Сейчас посмотрим, что как у него тут с поведением. Что-то его прям колбасит не по-детски. Так, попробуем теперь точки в других местах поставить. Заходим, корабль, перешифт, план, табуляция. Снимаем точки. И попробуем точки взять вот эти вот. Вот эту. Теперь вот эту. Ну и где-то вот эту. И жмем теперь Ctrl-P, Make Vertex Paint. Табуляция, возвращаемся, повторяем. Ну все, на шторме он нормально себя ведет. Колбасит его потихоньку тепереча. План прям обтекает эти волны. Ну давайте попробуем, выберем теперь вот этот корабель. И попробуем ему сделать именно анимацию. Так. Движение будет работать. Жмем и Lockrot. Так, не прописывается почему-то, да? Почему это такая штука? А если прописать, попробовать А и Lockrot. Теперь поставить на 90 кадр. Опа-на. Один наш гаврик-то. Потоп, что ли? Да нет, на месте. Так, 20-й кадр попробуем и попробуем все-таки его передвинуть. Так, это что тут выбралось? Корабль. Получается, пробуем G. И Lockrot. И локация. Ага. О, работает вроде. На 80-м кадре давайте его попробуем G перетянуть вот сюда и прописать и Lockrot. Ну вот корабль движется. В принципе, не тонет. Ага, в конце тонет, надо прописывать до конца его поведенческую сущность, да? Так, и вот он начинает здесь тонуть. Вот так, да? Ну, опять же, высоковато он находится. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. А попробуем теперь, как он себя будет вести именно вот с этим планом. Так, если поставим на первый кадр, так, он не тонет тут? Нет. И вот теперь попробуем выбрать его, выбрать план. И попробуем вот так вот G переставить
и поставить и локрот. На первый кадр возвращаемся и пробуем. Так, попробуем еще его немножко попутешествовать. G. И локрот. Возвращаемся назад и смотрим, что вообще происходит. Ну вот, с путешествиями немножко не заладилось. Нужно еще информацию искать, чтобы план не мешался, тогда уже его можно отключить. Так, вернемся на первый кадр. Ну, так он на волнах находится нормально. Все, всем пока, до свидания.